студенты университета. Я по профессии менеджер, Миша инженер-энергетик. Во время учебы мы много всего попробовали. И работа по найму, и работа на себя. Был опыт торговой точки, были идеи открыть свое дело, но везде требовались большие финансовые вложения. Мы активно искали, где же можно выйти на большие доходы. Попав в компанию «Орифлейм», мы увидели такую возможность и приняли решение строить бизнес. У нас было сильное желание, горящие глаза, вера, что все получится и много-много действий. За 3 месяца работы мы открыли уровень директора и за 3 года достигли звания бриллиантовых директоров. Виктор и Ольга Купишовы. До «Орифлейм» я выпускница экономического вуза. А я работал диспетчером на железной дороге. В «Орифлейм» нас привела мечта о путешествиях, о европейском стиле жизни и о достойном заработке, что нам и дает план успеха компании. Меня зовут Комаргина Елена, город Екатеринбург. До «Орифлейм» я студентка, совмещающая работу бухгалтер-экономиста и последний курс обучения в институте на экономическом факультете. Я пришла в компанию на дополнительный доход. Первый мой месяц работы в компании уже показал, что я стала зарабатывать больше, чем на основной работе. В «Орифлейм» действительно наша жизнь очень изменилась. Я экономист, а муж юрист. У нас 4 маленьких детей. Я пришла на бизнес и огромные возможности компании. Зацепила карьера, свобода, путешествия. Приветствую вас, лидер «Орифлейм». Моя первая профессия была моделью. Затем менеджером по рекламе, бухгалтером, военно-финансистом. Преподавала в модельном агентстве, подрабатывала визажистом. Мне всегда казалось скучным работать только по одной специальности, поэтому я совмещала несколько работ одновременно. В «Орифлейм» пришла как потребитель. И только через несколько лет осознала, что здесь можно совместить все мои профессии, развить любые грани своего потенциала. Мы пришли в «Орифлейм». Я была студенткой, училась и искала возможность подработки. Роберт работал оценщиком по транспорту, и его мечтой была, на самом деле, бизнес развивать. Познакомились мы, когда я уже была в «Орифлейм», и мы поняли, что именно эта идея, именно эта возможность поможет нам осуществить наши мечты. Нас зовут Васильевы Сергей и Марина. Мы представляем Чувашскую республику, село Красноармейское. До «Орифлейм» я экономист-бухгалтер. Сергей – индивидуальный предприниматель. В «Орифлейм» первой пришла я, на экономию. Но когда я познакомилась со своими наставниками и узнала возможности компании, я очень активно начала приглашать сюда своих знакомых и быстро вышла на результат менеджера. Когда Марина вышла на уровень менеджера, меня пригласили поздравить ее на большую мотивационную встречу. Я своими глазами увидел, как людям вручили чек на $4000. И вот с этого момента мы работаем вместе. Меня зовут Ирма Егорова. Мы строим семейный бизнес вместе с мужем. Когда я была студенткой, я решила найти работу. И на 2-м курсе я пришла по объявлению работы в компанию «Орифлейм». Так сложилось в моей жизни, что надеяться мне было не на кого. Родителей у меня нет. Меня воспитывала бабушка. Я очень рано повзрослела и привыкла рассчитывать на себя. Когда мы пришли в этот бизнес, мы ничего не умели, но всему научились. Оказывается, всему можно научиться. До «Орифлейм» я была сотрудником банка. В компанию пришла, находясь в декрете. Я приняла решение связать свою жизнь с «Орифлейм», когда узнала об уникальных возможностях компании развивать свой бизнес, не выходя из дома. Огромным желанием не возвращаться на работу по найму было для меня большим стимулом в мой первый год работы. Получив первое образование по специальности педагог музыки и поступив на заочное отделение социолого-психологического факультета, я находилась в поиске работы. Найти достойный заработок по моей специальности в моем регионе практически невозможно. Сейчас средний доход женщины в моем городе составляет 18 тысяч рублей. Какие мечты можно осуществить на такие деньги? В компанию «Орифлейм» меня пригласила родная сестра. Видя ее результаты, я решила присоединиться к ней для построения собственного бизнеса. Мы Алена и Иван Родионовы, город Барнаул.
В Oriflame я присоединилась, будучи студенткой, и была лояльным потребителем продукции wellness и косметики. Иван присоединился позже, когда мы планировали ребенка. Нас, как молодую семью, помимо доходов, компания привлекает возможность проводить 24 часа в сутках вместе всей семьей со своим ребенком. И, конечно же, помогать другим людям. Мы – Долженко, Антон и Ирина, город Барнаул. В Oriflame мы пришли, будучи 20-летними студентами мединститута. И тогда, даже в своих самых смелых мечтах, мы не могли предположить, как круто изменится наша жизнь вместе с компанией Oriflame. Я пришла заработать себе на косметику всего лишь 1000 рублей. Но спонсоры показали нам другой путь. Путь выбора сценария красивой, обеспеченной и комфортной жизни. Я вспоминаю, когда мы были студентами мединститута, жили в общежитии, не имели ни квартиры, ни машины, ни мебели, ни официального дохода. Но на презентациях всегда рассказывали о квалификации бриллиантового исполнительного директора, о путешествиях и о премиях в десятки тысяч долларов. Мы Вероника и Дмитрий Гармины, город Барнаул. В Oriflame пришли, будучи индивидуальными предпринимателями, и уже давно привыкли работать только на себя. Предложение о бизнесе мы услышали, когда находились в поиске новых возможностей. Я в бизнес пришел первым, а Вероника пришла через несколько месяцев, когда познакомилась с семьей Долженко, с нашими спонсорами. Тогда она увидела, что бизнес Oriflame – это серьезный бизнес, и что здесь есть большие деньги. До Oriflame я была студенткой медицинского университета. Я был заместителем директора управляющей компании. До Oriflame я пришла на идею бизнеса. Меня впечатлила идея за единожды проделанную работу получать деньги много раз. Я пришел на доход супруги и увидел здесь возможность построить собственный бизнес с большими перспективами. Все началось с мечты, потому что мы с самого начала, как пришли в компанию, мы мечтали создать дружную компанию своих бизнес-партнеров, как большая дружная семья. И, конечно же, как итог, это повышение дохода, это осуществление своих мечт, строительство дома, покупка автомобилей, путешествия. И как итог, да, как мы сейчас называем, наша бизнес-система. Действовать каждый день, общаться с максимально большим количеством людей о возможностях нашего бизнеса. Количество всегда дает качество. Четкая, качественная система рекрутирования, запуска новичка и его сопровождения – это архиважный момент нашего бизнеса. Мы держим фокус на трех важных моментах. Это бизнес-возможности, приглашаем людей именно на бизнес, зарабатывая деньги. И второй фокус, и третий – это наши уникальные продукты – Novage и Wellness. Мой рецепт роста – это YouTube-канал. Мои видео в среднем смотрят 3-5 тысяч человек ежедневно, а общее количество просмотров превысило 1 000 000. Потому что людям нравится наша продукция, они хотят узнать о ней больше. Oriflame сегодня дает шанс изменить свою жизнь кардинально. И наша задача – рассказать об этом как можно большему количеству людей. Сейчас, благодаря интернету, мы развиваем бизнес в разных регионах. Мы приглашаем всех на бизнес без вложений с партнерством с компанией Oriflame. Благодаря моим мечтам и действиям мы купили 3 квартиры и 2 машины и ездим на лучшие курорты мира. Будьте с нами, мечтайте с нами, идите своим мечтам. Сейчас мы сфокусированы на одном – подарить компании Oriflame новых драгоценных директоров. Потому что мы знаем, что такое быть бриллиантовым директором и как это классно – жить в этом стиле. Я развиваю свой личный бренд и обучаю этому своих партнеров.
Я делегирую и систематично общаюсь со своей ключевой командой. Сегодня, как и прежде, я приглашаю людей на безграничные возможности компании Oriflame. Я считаю, рецепт моего успеха заключается в плотном сопровождении моих ключевых бизнес-партнеров. Я всегда с ними на связи. Каждый день я задаю им вопрос: что ты сегодня делал? Что у тебя получается, а что нет? Не изобретайте велосипед. Секрет успеха простой. Правильная пошаговая система простых действий. Главное – это количество этих действий. Наше сообщение – это современный бизнес под ключ, где обычные люди могут достичь действительно высоких результатов в любых экономических условиях. Мы считаем, что личный пример – это не лучший способ, это единственный метод влияния на команду, на людей. Именно поэтому мы стараемся показывать тот стиль жизни, куда мы, собственно, приглашаем людей. Это стиль жизни свободных предпринимателей. Вот если раньше было откровенно какие-то свои наработки, ну, например, да, у нас была там своя презентация, да, то есть и она была, ну, ноу-хау наш. Сейчас на уровне секретов уже не будешь расти, потому что сейчас, как мы считаем, рост возможен только на уровне самодисциплины, высокой самодисциплины. Работайте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и успех придет совершенно неожиданно. Oriflame – это не работа. Oriflame на самом деле – это стиль жизни, который можно и нужно полюбить.